Музыкальный подарок сделали маленьким жителям Алматы в честь Дня защиты детей. Школьников поздравила эстрадная и оперная певица Толкын Забирова, исполнив для них самые яркие композиции своего репертуара. Зал был заполнен практически полностью. К слову, вход был абсолютно бесплатным. Сами родители выразили благодарность организаторам, так как такие инициативы помогают приобщать детей к искусству. Такая прекрасная встреча именно с Толкын Забировой. Пришли с учениками, чтобы дети воочию увидели, как прекрасен вообще артист на сцене. Очень рада, что в Алатауском районе всегда проходят такие концерты. Я желаю всем детям счастья, голубого неба, что всегда радовались нашим праздникам. Мероприятие прошло в Центре инновационного творчества школьников Алатауского района. Его представители отметили, что проект направлен на выявление способностей детей, и подобные концерты планируют проводить регулярно. В программу концерта мы включили песни о любви к родине, к семье. Включили и композиции из мультфильмов. Так как это творческий центр, мы хотим, чтобы мероприятия были полезными и интересными для детей.